Геракл, Афина и раздор. Каждому ясно, что драки и раздоры бывают причинами большого зла. Геракл шел по узкой тропе и вдруг заметил на земле что-то похожее на яблоко. Он попробовал раздавить его ногой, но увидел, что оно только стало вдвое больше. Тогда он пошел на него с палицей и ударил его, но оно раздулось на всю ширину тропы и загородило ему путь. Геракл бросил палицу и стоял в изумлении. Тут явилась ему Афина и сказала: «Остановись, брат, это распря и раздор. Если его не трогать, он останется таким, как был. Если же с ним биться, то вот так он и будет расти».